себя ведут или движение получилось, за движением идет. Угу. В общем, а меня не снимают. Давай, рассказывай. Я только вникаю сам. Хоровод, который обучает жизни, который учит людей жить в аду между собой, с природой. Все это касается семьи. Если мы в семье строим свою жизнь. Видно разницу? Да. Я полностью себя снял внимание и направил на их жизнь. Заметьте, они не живут, я покурил. Цветочками. Они только... Они выгребли туалет. Ваш течет и пахнет. Классно? Вот. И мне хорошо, и им хорошо. Доброе. Давай, иди. Что там иди, дальше? А можно завязать бараний рог и стоять рядом? Ну, вы вообще все идиоты, а я тоже. На самом деле это кто? Народ! Это я! Я работаю всегда только с собой. Человека нет. Вообще он не держится. О, ему проще залезть. Нет, ну а если ты не специально развернулась? Знаете что, я туда я прохожу. Когда не знаешь вообще, что делать, можете запомнить, работает вообще 100% всегда. Снимаешь штаны, начинаешь бегать. Так опять, увидеть, ты сейчас ждешь, чтобы я тебе сказал, как жить. Да, обязательно. Выводишься, тайны. Так, но он такой серьезный, что я все народ выбрал. Бери, поможем. Я уже 7 лет в этом направлении двигаюсь. Да, я вот напрягаюсь, все время. Выходим все сюда, подожди. Тут можно целый день тура лезть, понимаешь? Ну вот они, я не знаю, часов 7, наверное. Я на время не смотрел даже, у меня не было часов, не обращал внимания. А он смотрит, а там он бегает.